Я думала, это шака. Крутый шака. О келими унуттум. Илач, кальп илачы, люцен. Bugün Maria iktifa marmaya gidecek. Çok heyecanlı. В каком городе? Привет, друзья! Сегодня у меня для вас особенное видео о нашей незабываемой прогулке в парк Эмирган в Стамбуле. Я давно хотела посетить это место, и вот наступил тот день. Не могла упустить возможность снять эту удивительную прогулку на видео, чтобы поделиться с вами всеми эмоциями и красотой. Также в этом ролике хочу познакомить вас со своей крутой группой Тумер и преподавателем. Начали мы наш путь с собрания возле университета. Как обычно, наша компания была полна энергии и настроена на приключения. Мы решили воспользоваться метробусом, чтобы доехать до парка. И это была настоящая дорожная одиссея, которая прибавила немного перчинки нашей прогулки. Так что давайте начнем наше путешествие вместе с самого начала. Поехали! Я изучаю турецкий язык на курсах Тумер. Я уже на последнем уровне C1, или как по-турецки говорится, Джебир. Через неделю у меня последний завершающий экзамен, и это наша последняя совместная прогулка с группой. Итак, с Эсенюрта мы доехали до метробуса, который находится в Авджилар. Хотела рассказать про вот эти аппараты. Это аппараты, которые дают сдачу. Когда ты не пользуешься полной поездкой, ты можешь сюда пикнуть, и они вернут тебе сдачу за столько, сколько ты проехал километров. На этой неделе с понедельника нам в два раза повысили цены на транспорт. У меня студенческий абонемент, который дает мне 200 поездок в месяц, метробус забирает 2. Мы приехали в Меджидикей на метробусе. И сейчас будем дальше добираться. В переходе сделали небольшой пит-стоп, перекусили, попили чай и сели на последний автобус, который должен был нас довести прямо до парка. Ехали мы, открывши рот от красоты, шика, лоска и блеска района Левент. Такой Стамбул я сама увидела в первый раз. Это натолкнуло меня на идею приехать сюда в отдельный день и поснимать для вас видеопрогулку по Левенту. Как вы уже, наверное, поняли, мы наконец-то добрались в парк. А теперь давайте немного окунемся в историю. Парк Эмирган занимает площадь 47 гектаров. Ранее этот район назывался Сады Феридуна, а теперь этот район называется Парком Эмирган, потому что парк был подарен османским императором Мурадом IV персидскому эмиру Гюнхану. Эмир Гюнхан, что со временем было изменено на Эмирган. Сейчас Эмирган служит укрытием от городской суеты и шума. Тихие уголки для пикников и отдыха создают атмосферу умиротворения и позволяют гостям насладиться покоем. Парк славится обилием зелени, каскадами водопадов, цветочными клумбами и живописными аллеями. Это идеальное место для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Парк предлагает разнообразные развлечения, включая детские и спортивные площадки, зоны для пикников и даже места для занятий йогой и пилатесом. Здесь указатели нам показывают, что мы можем посмотреть: белые и желтые павильоны, водопад и мечеть. Это моя сокурсница Оля. Hi. Из Алжира. И она сейчас разговаривает со своим братом. Ее брат учится в России в медакадемии. Привет, как дела? Привет. Ты где? Я в Алжир. Я уже приехал. А где ты учишься? В каком университете? В медицинский университет. Я в каком городе? В Астрахани. Тебе нравится? Не. Астрахан старый город, как в Москве и Казани. А учеба нравится? Да, конечно. На какого доктора ты учишься? Фармацевт. Я учил 4 года. Году. И у меня просто еще 1 год и все. Диплом. Ты классно говоришь по-русски. Спасибо, папа. В парке Эмирган находятся так называемые кёшк, павильоны, исторические особняки, которые строились на берегу Босфора. Они принадлежали знатным семьям и аристократии. Они служили как летние резиденции для богатых семей. Сегодня многие из этих исторических павильонов являются культурным наследием и привлекают туристов своей архитектурной красотой и исторической ценностью. Желтый павильон отличается традиционной османской архитектурой и пышными интерьерами. Такая красота вокруг здесь.
Мы сейчас шли и увидели, что есть стеклянная терраса с видом на Босфор. Так красиво. Только жалко, что стекло немножко такое мутноватое. Но зато вид какой. Белый павильон построен в неоклассическом стиле. Он расположен рядом с желтым павильоном на расстоянии 150 метров. Здание построено из дерева и имеет два этажа. Также павильон иногда используется как концертный зал. Возле особняка находится искусственный водоем с фонтаном. Лаванда здесь растет. Погода нереальная, 30 градусов и 75% влажности, очень душно. После прогулки в парке мы отправились пешком в музей Ашьян. Это дом известного турецкого поэта Тевфика Фикрета. Находится музей в квартале Ашьян района Бешикташ. Дом был построен в 1906 году и позднее был переделан в музей. Когда мы сюда поднимались, учитель сказал, что здесь будет 100 ступенек. Я думала, это шака. Ама шака дейль. Кюту шака. Ужасно, меня невозможно смотреть, какая я выходила и какая я сейчас. Мы сюда поднимались в такую высокую гору. Еще потом были ступеньки. Но просто посмотрите на этот вид. Еще я не могла упустить шанс поговорить с своими классными одногруппниками и взяла у них мини-интервью. Раз-два-три. Benim adım Ula. Ben 18 yaşındayım. Ben öğrenciyim. Türkiye'ye geldim okumak için. Tömer okuyorum. C1'deyim. Ben Cezayirliyim. What's your Allah if Allah wish tıp okuyacağım. Evet. Teşekkürler. Rica ederim. Adım Satya. İranlıyım. Tehran. Ama ben Ahvaz doğumdum. 3 yıl önce. Hayat için, yaşamak için. İran'ı kaçtım zaten. Animasyon yapıyorum. Ben teşekkür ederim. Bu benim C1'deki saygılı, güzel, çok akıllı hocacığım. Betül Hoca. Sonra devam edeceğiz. Şimdi biz müzeden çıktık. Hocam, siz kendinizi anlatır mısınız bize, evet. Lütfen? Kameraya bakıyorum. Merhaba, benim adım Betül. İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde yabancılara Türkçe eğitimi veriyorum. 24 yaşındayım, 25 yaşındayım. 23 yaşındayım. 23. Trabzon'da doğdum, Trabzon'da büyüdüm. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okudum. Annem, babam ve iki erkek kardeşim var. Bir şey sormak istiyorum. Siz o kelimeyi unuttum. Meslek. Meslek. Şimdi ilaç. Kalp ilacı. Lütfen. Bir şey sormak istiyorum. Hocam, siz mesleğinizi kendiniz mi seçtiniz? Dedim. Aslında öğretmenlik yapmak keyifli bir meslek. Çünkü insanlara faydalı olmak, bir şeyler öğretmek gerçekten çok keyifli. Ama ben daha çok daha farklı alanlarda, tasarım gibi alanlarda eğitim hayatımı devam ettirmek istedim. Fakat bazı sebeplerden dolayı öğretmen olmam gerekti. Öğretmen olduğum için mutsuz değilim. Ama mesleğimi değiştirme şansım olsaydı değiştirirdim. Ben gibi. 9 yıl okulda çalıştıktan sonra bay bay, görüşürüz.
sizi çok seviyorum. Öğrencilerim zaten benim. Öğretmenken gerçekten kendimi daha iyi hissetmemi sağlayan kişiler, yeni tanıdığım kültürlerden, milletlerden insanlar. Gerçekten bana kendimi hem değerli hem de çok mutlu hissettiriyor. Yani sizleri çok seviyorum. Böyle. Evet. Meryem Asu. Gineliyim. 22 yaşındayım. Öğrenciyim. Bu такие вот инжирные деревья мы обнаружили. Еще не спелые. Если бы были спелые, я бы их все съела бы. Ужас, я не знаю, сколько мы прошли. Но мы уже пришли кушать. Прямо под мостом. Куда лучше? Как нам надо не едет? Фатих Султан. К мосту Фатих Султан. И сейчас мы будем кушать. Сейчас я вам покажу, какой здесь красивый вид. Küçük mü diyorsun onu? Biz bebekteyiz. Şimdi vapura binip Anadolu Hisarı'na, sonra Üsküdar'a, sonra evet. Yarın ders yok. Потом мы пересели на вапур и поплыли в Ускюдар. А потом, дорогие друзья, специально для вас я засняла момент, когда мы проплывали под Босфорским мостом, чтобы вы смогли загадать свое желание, и оно обязательно сбылось. А это в метро до моего сокурсника докопалась девочка Рома. Таким способом они выпрашивают деньги, приклеиваются к ногам прохожих и не отпускают, пока им чего-нибудь не дадут. Если помните, это место я вам показывала еще утром.
когда мы ехали туда. Что это означает? Это означает, что мы гуляли 12 часов. Уже все стемнело. Мы доехали до Авджилар. Сейчас будем ловить транспорт до дома. Уже 11 вечера. Спасибо, что присоединились ко мне в этом увлекательном путешествии по парку Эмирган. Это был день, наполненный красотой природы, вдохновением, ну и, конечно же, отличной компанией друзей. Я надеюсь, что вы почувствовали магию этого места через мой объектив. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы быть в курсе новых приключений и интересных мест, которые я готова исследовать для вас. Спасибо за просмотр и до новых встреч!